Анонс и точная дата выхода 17 серии турецкого сериала «Ты полюбишь». 17 серия сериала выйдет в эфир 21 сентября. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как Толга на совещании сообщил всем, что Асия Чалыкбаш заключила контракт с другой компанией. Все были потрясены этой новостью. Аси сожалеет из-за того, что сделала Толге что-то очень плохое, но при этом ничего не осознавала. Она бы никогда не стала желать ему зла. Толга очень сильно разозлился на Аси и не понимает, как она могла такое от него скрыть. Сузан сказала Аси, что она не должна была разжигать этот огонь. Теперь же ей придется терпеть последствия, так как этот огонь сожжет всех их. Когда Асия пошла к отцу Толги, то хотела сделать лучше, но она никак не могла знать, что Толга его ненавидит. Асия и Толга могут расстроить и обидеть друг друга, но неужели их любовь не сильнее? Асию больше всего интересует, смогут ли они все оставить за закрытой дверью и быть счастливы с Толгой. Толга понимает, что ему пришлось пережить сложные дни, но он принял важное для себя решение. Когда он пришел к Асье, то для нее это было радостным моментом. Асья поинтересовалась, если так не хватало любви, то сейчас они уже опоздали. Толга ответил Асье, что еще ни для чего не поздно. Напомним, 17 серия сериала выйдет в эфир 21 сентября. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки. Подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.